В Петропавловске проходят соревнования первого тура очередного чемпионата страны по волейболу среди женщин. В субботу местный клуб «Куаныш» потерпел поражение от талдыкурганского «ЖТСУ». А перед ним усть-каменогорцы одолели одного из своих соперников. Как же показали себя команды в этой игре, расскажет Диана Салихова. Началась напряженно. Преимущество с первых минут матча взяли в свои руки усть-каменогорцы. Они хорошо выступают как в атаке, так и в обороне. По итогу первый сет завершился со счетом 15-25. В первой партии чуть-чуть не хватило приема, но был настрой. Во второй и в третьей партии стало немножко полегче. Где-то появилась атака, немножко поверили в себя и загорелись глаза. Будем стараться, будем надеяться на то, что мы сможем победить этого соперника, он нам по силам. После перерыва сценарий первой партии повторяется. Приоритет явно на стороне гостей. Они умело используют различные комбинации во время игры и увеличивают счет. Волейбольный клуб «Алтай» выигрывал и во второй, и в третьей партиях, оборачивая судьбу матча в свою пользу. Стоит отметить, что в этом году местная сборная обновилась на 80%. Много новичков. Они не смогли полностью проявить себя в сегодняшней игре, говорит старший тренер Азамат Есимов. Что не получилось? Сыгранности команды. Команда новая, связки новые. Сыгранности не получается. Взаимопонимания вот этого не хватает. Но думаю, что в дальнейшем будем получше выступать по игре против Алтая. Волейбольный клуб «Куаныш» в рамках первого тура уже провел одну встречу. Там девушки одержали победу над «Алтай-2». Всего в соревнованиях принимают участие 9 команд. Сборные будут играть между собой до 19 ноября. Диана Салихова, Казбек Рыкбаев, новости МТРК.